целая куча халявных подарков, а еще есть настоящий легендарный престор! Да это же просто опупенно, и я думаю, что мы прямо сейчас его откроем! Кубик, предлагаю сначала открыть мифический приз! Мне пофиг, что ты предлагаешь, я сразу хочу открыть легендарку, я думаю, что мы сможем выбить легендарного бравлера! Кубик, сегодня он точно будет не один! Давай проверим, сколько бравлеров мы сегодня получим, а вы пока что ставьте лайки, а нам выпадает... гаджет на Фрэнка. Да уж, походу немножко не повезло, не фартануло. Ну ладно, у нас же есть еще целая куча призов, а еще и самое главное, целая куча аккаунтов. Опик, и чё? Мы сегодня на всех аккаунтах заберем абсолютно все подарки. Это же будет круто. Блин, а нафига нам нужны монетки? Наверное, потому что именно ты открывал этот приз. Какого фига, Сёма, ты только взял и все испортил? А, блин, сори, зря быканул, я вообще не хотел. Ну ладно, давай ты открывай. Следующий эпический подарок открою я, но мне кажется, что здесь уже бравлера точно никакого нам ждать не стоит. Вообще положили очки силы. Ха-ха, Кубик, а ты говорил то, что я невезучий. Вот и, конечно, лошара. Я бы на твоем месте вообще нафиг не выпендривался. Короче, у нас же есть очень много аккаунтов, а это значит то, что сегодня мы с тобой затестируем очень много разных тактик. Будем открывать сначала редкие призы, потом наоборот, сначала легендарные. Вот сейчас мы пошли с самого крупного приза, и нам как-то вообще нифига не повезло. Поэтому вот эти вот нубские подарки мы откроем максимально быстро. Сверхредкий открывается, и из него опять очки силы. Спасибо. Так, зашли на аккаунт Путь без славы, и давай посмотрим, какие подарочки здесь есть. Борис, ты чё, дебил что ли? Вообще-то призы везде одинаковые. Нет! У тебя на основе 100% есть какие-то другие подарки. Мы это проверим, но пока что погнали открывать редкий приз. Окей, на этом аккаунте Борис решил начать с малого. Открыли редкий, там были удвоители, они нам вообще нафиг не нужны. И сверхредкого подарка, надеюсь, нам повезет немножечко покруче и выпадет... блинги, ну, это реально чуть-чуть покруче. Кубик, да эти блинги все равно нафиг не нужны. Сейчас смотри, я эпик открою, и мне бравлера положат. Опа-на! Блин. Монетки. Да уж, Сёма, кажется, до бравлера немножко не дотягивает. Да, и теперь я открою, и там точно будет что-то очень крутое. Да, блюдский блин, вы достали. Так, тогда я открою мифический подарок. Кубик, чекай, даже если бравлера не будет, то там 100% мне сейчас положат какого-нибудь скинчанского. Воу, Кубик, я походу угадал. Чё нафиг, Сёма? Ты как вообще это сделал? Кубик, я сам не понял. А что если эта магия лайков работает? Какая нафиг магия лайков? Зрители сюда же лайкосики не поставили. Вы поставьте прямо сейчас, и мне выпадет что-нибудь еще намного круче. Я надеюсь, что свой лайкосик ты, конечно же, уже поставил на это видео. Мы открываем, и нам выпадает еще один скин. Что вообще происходит на этом аккаунте? Кубик, выпал настоящий гоблин Карл. Да, и он на самом деле чем-то смахивает на тебя. А сейчас вообще-то обидно было. Я походу понял, этот аккаунт Путь без славы был очень везучий, потому что здесь снова были эти монетки. Чуваки, вы же помните прошлые видосики? Да, я помню, на аккаунтах, когда были монетки, нам выпадали имбовые подарки. А пока мы заходим на следующий аккаунт, я решил немножко поиграть. Кубик, я не понял, что ты играешь? В смысле, Борис, это же понятно, я просто решил поиграть на Grand Mobile. Вау, да это же лучший симулятор реальной жизни. Да, это настоящий живой город со своими жителями и экономикой. И получается, я могу играть один или с друзьями и общаться по чату или даже голосом. Ага, а я могу сам выбрать, кем мне стать. Да, бандитом, доставщиком, бизнесменом или даже полицейским. Если я хочу сыграть с телефона? Борис, не переживай, в эту игру можно одновременно играть с айфона и с андроида. А у тебя есть какой-нибудь промокод? Конечно, ты можешь на халяву получить деньги и гелик по промокоду Кубик на 24-м сервере. Стоп, а там что еще, проходит конкурс на новый 15-й айфон? Ну да, можешь поучаствовать, а вдруг тебе повезет? Ура, я уже скачиваю игру по ссылке в описании и захожу играть с тобой на 24-й сервер. Ну и я, конечно, уже готов играть вместе со своими подписчиками на 24-м сервере прямо после этого видосика. Пока что скачивай игру. Ну а мы переключаемся на следующий аккаунт, Кубик Стар. Ха-ха, чё, думаешь, мы здесь кого-нибудь выбьем? Так, ну смотри, здесь есть 37 бойцов, шансы капец какие огромные выбить хотя бы какого-нибудь Тика. И я думаю то, что мы это обязательно сделаем. По-любому! Кстати, Кубик, смотри, возможно, у нас появится еще один или два,
или даже целых 3 легендарных приза. Ага, только для них нужно сделать еще 3 миллиарда киллов за пару дней. Мне кажется, что этого у нас все-таки не получится. Наши подписчики ведь 100% смотрят этот видосик в будущем. Напишите в комментах, сколько легендарных подарков мы получили. Пока что есть только один и предлагаю его сразу же открыть. Я хотел начать с легендарки, а мне пофиг, что ты хотел. Я решил открыть подарок, и я буду его открывать. Сёма, это вообще-то мой аккаунт. Вот когда мы до твоего аккаунта дойдем, там уже можешь выпендриваться. А здесь я тебе этого делать не рекомендую. Ой, сори, зря быканул. Ну ладно, сейчас этот приз быстренько открою. Тебе все равно монетки дропнулись. Да это потому, что ты взял и меня подставил, дебил, блин. Окей, я все равно рассчитываю в этом видосике получить как минимум одного легендарного бравлера, а желательно целых несколько. И думаю, то, что у нас это, конечно же, получится. Кубик, только шансы на это у нас очень маленькие. И мне кажется, что без зрителей мы точно не справимся. Про лайки ты, конечно же, уже понял. Но я думаю, что этого все-таки будет чуть-чуть недостаточно. И нужно еще обязательно подписаться на канал. И тогда легендарный бравлер у нас сегодня 100% появится. Только сначала мы решили открыть мифический приз, и из него прямо сейчас выпадет что-то очень крутое! Воу! Мистер Пи! Первый мифический бравлер на сегодня! Начало мне уже нравится! Кубик, а почему ты открывал этот подарок? Вообще-то я должен был! Сёма, не выпендривайся, в этот раз повезло мне! А в следующий раз повезет мне, когда я открою легендарный приз! Кубик, я уже готов. А прямо сейчас я понял, что это, походу, работает магия подписок. Поэтому, если ты все еще не подписался, подписывайся прямо сейчас, и тогда нам выпадет Лего. Кубик, я уже готов это проверять. Фух, давай. Раз, два, три. Открываем. Кубик, а что за подстава? Да уж, выпал спрейчик. Причем даже не самый крутой. Походу, еще не все зрители подписались на канал. Ага, просто 75% зрителей смотрят наши видосики без подписки. Понятно, почему эта магия не работает. И нужно эту цифру срочно исправлять. А прямо сейчас заходим на мой основной аккаунт. Кубик, может не надо? В смысле? Почему? Я не понял, что он там задумал? Я тоже пока что не понимаю. Смотри, у меня на аккаунте есть абсолютно все 72 из 72 бойцов. А это значит то, что новых бравлеров выбить у нас, к сожалению, не получится. Кубик, в общем, ты пока что в магазин не заходи. Тут просто такое дело. Ну, я же тебя попросил не заходить. Смотри, у нас здесь просто целая куча подарков. И я уже готов открывать легендарный, мифический... Сёма! Где они? Кубик, я это... случайно... Ты дебил. Ха-ха, походу, Кубик, тебя затроллили. Это было смешно. Какой нафиг смешно? Он вместо меня открыл легендарный приз. Сёма, что тебе хотя бы из него выпало, скажи? А там какой-то пинчик выпал. Да так, ничего особенного. Ха-ха, а я тогда зайду на следующий аккаунт Кубика. И здесь точно открою все подарочки. А еще заберем ежедневные подарки за 13-й день. Воу, так это скоро у нас разблокируется Гриф или Эдгар. Нужно будет обязательно выбрать, кого из этих чупсиков разблокировать. А я пока что просто выберу вот эту вот пассивку. Кстати, этот момент уже наступит через пару дней, поэтому мне нужна твоя помощь. Напиши в комментариях внизу под видео, кого выбрать, Эдгара или Грифа. Ну а я пока что погнал открывать следующие подарки. Кубик, а что если здесь подарочки открыть вообще в рандомном порядке? Бравл Старс такого не будет ожидать, и тогда нам выпадет что-то очень крутое. Кстати, Сёма, это же просто гениальная тактика. Мы, конечно же, ее попробуем, только чуть-чуть попозже. Прямо сейчас я просто хочу открыть легендарный приз. И надеюсь, что мне, конечно же, повезет. И выпал... Воу, первый гиперзаряд? Чего, блин? Кубик, это же вообще имба! Я даже не знал то, что они нам могут выпадать из призов Стар. И я тебе хотел сказать то, что это вообще абсолютно первый приз на всех моих аккаунтах. Я вообще в шоке. Кубик, только есть проблема. У нас Шелика немножко не прокачана. В смысле? А в чем проблема? Давай мы просто возьмем и ее прокачаем. Кубик, этого сделать не получится. Но в любом случае сначала я должен забрать подарочки. Сейчас открою мифический приз. И тогда мне выпадет что-то очень имбовое. Ага, блин. Тебе, наверное, выпадут какие-нибудь очки силы. Лошара. Не, Борис, ты офигел, что ли? Ты зачем каркаешь? Мне тоже кажется, что сейчас приз будет какой-то очень крутой. Воу, еще один бравлер? Нет, Кубик, это был новенький скин. Скачка Эмс. Приколдесный. Да, скин реально крутой. Ему можно поставить отдельный лайк. Тогда теперь моя очередь открывать следующие подарки. Фух, давай, эпический. Не подведи меня. Я его открываю.
Кубик, мне очки силы выпали. Борис, это ты походу докаркался. Ты же говорил то, что с Мэну не выпадут, а на самом деле не повезло тебе. Зато сейчас повезло, выпала иконка. Ну, я бы, конечно, не говорил, что тебе прям уж так повезло, потому что эта иконка все равно нафиг не нужна. Ты же на этом аккаунте даже ее ставить не будешь. Ну ладно, зато открою редкий. И выпали монетки. А, нифига себе, ты даже в рифму заговорил. А я думаю, то, что новенький скин мы обязательно должны поставить. Это будет нам напоминание, то, что он нам выпал из приза Star. Ну а мы сразу зашли на следующий аккаунт. И здесь у нас будут новенькие подарочки к 100 кредитов. А за 12 день мы сможем получить нового бравлера Вольта. Нужно будет обязательно каждый день заходить в игру и про это не забыть. Кубик, если что, я тебе буду об этом напоминать. А пока что давай, пожалуйста, воспользуемся моей тактикой. Нет, тактика будет моя. Сначала нужно открывать редкий приз, а потом все остальные. Ой, удвоитель выпал. Ну, я, конечно, не знаю, хорошо это или плохо, ведь мы пока что открываем самые нубские призы. Кстати, мне кажется, что все наши подписчики уже тоже открыли легендарные призы Star. А, я понял, к чему ты ведешь. Ты хочешь у подписчиков спросить, что им выпало из легендарки? Вот именно, Борис. И поэтому я думаю, что ты сейчас возьмешь и в комментариях внизу под видео напишешь, кто же тебе выпал из нового легендарного подарка. Ну, или что? Не факт, что тебе выпал какой-то новый бравлер. Вот именно, Кубик. Потому что у нас пока что был только один боец. И вроде бы еще было целых 3 скина. Не знаю пока что это хорошо или плохо, но мы открываем подарки дальше. И думаю то, что это количество будет только увеличиваться. Кубик, а для подписчиков у меня появился челлендж. Пусть они внимательно смотрят видосик и потом в конце посчитают, сколько бравлеров мы смогли выбить. И сколько скинов тоже смогли выбить. Ага. Челлендж хороший, но только тебе не повезло. Тебе выпали монеты. Блин, Кубик, это походу Борис все накаркал, дебил. Я вообще молчал. Окей, тогда сейчас скажу, что мне выпадет новый легендарный бравлер. И я уже готов его получать. Кубик, что за подстава? Ну, можешь считать, что это новый боец. Поздравляю, Борис. Ха-ха, Борис Лажара, Борис Лажара. Так, а ну-ка, сейчас. Потому что мы зашли на аккаунт ребенка Кубика, и ему ни в коем случае об этом рассказывать нельзя. Наши подписчики ведь не предатели. Они точно никому об этом не расскажут. Молчите, пожалуйста, и ребенку Кубику об этом не рассказывайте. Ну а мы сейчас возьмем и беспалево на его аккаунте откроем все призы. Надеюсь, то, что здесь аккаунт будет намного везучее. Пока что выпала какая-то фигня. И сверхредкого подарка тоже, наверное, выпадет какая-нибудь дичь. Удвоители, вообще не знаю, зачем они нужны. Он даже на этом аккаунте почти что не играет. Эй, Кубик, я вообще-то видел. Он иногда заходит и играет вместе с нами. Так, а сейчас не понял. В смысле, блин, вместе с вами? Борис, дебил, ты зачем об этом рассказал-то? Это же секрет был. Походу, ваш секрет теперь не секрет. Ну-ка, напиши в комментах, они что, реально играли вместе с ребенком Кубиком? Просто я что-то ни одного такого видосика не видел. И пока что открываю призы и понимаю, что аккаунт какой-то не очень-то и везучий. Кубик, мы просто копили шансы на нового бравлера. Сейчас я открою легендарку, и мне выпадет еще один гаджет. Борис, предлагаю тебе больше никакие призы не открывать, потому что тебе максимум выпадают гаджеты. Ты вообще какой-то невезучий. Ага, ну и гаджеты. Что? Что? Предлагаю на следующем аккаунте максимально быстро забрать все подарочки. Первый редкий приз я уже готов открывать. Это были очки силы. Следующий сверхредкий открою я. Давай посмотрим, может быть, мне повезет хотя бы чуточку побольше и выпадут какие-нибудь... Опять очки силы. Ха-ха, Кубик, да вы вообще оба лошары. Чекай, как нужно выбивать призы. Эпический следующий мой. Фух, давай, чувачок, не подведи. Это будет удвоители. Сёма, вообще-то удвоители не так уж и хорошо. Вот именно, дебил, блин. Теперь я открою эпический подарок. И у меня будет что-то очень крутое. Давай, Эпик, я готов тебя открывать. И это будут опять очки силы? Да что за подстава, я не понимаю. Почему-то все призы какие-то максимально отстойные. Потому что сейчас моя очередь открыть подарок, и мне выпадет что-то очень крутое. Кубик, чекай, из этого мифика сейчас будет новый мифический... Новая иконка была. Ну да, бравлером немножко не пахнет. Ага, это я уже понял. Чуваки, а как вы думаете, что мне выпадет сейчас из легендарки? Мне кажется, будут монетки. Борис, ты офонарел что ли? Какие нафиг монеты? Не, мне нужны только новые бравлеры, ну или хотя бы новые скины. Давай проверим. Ору!
Что за фигня? А я вот в этом нифига смешного не вижу. Ну ладно, прямо сейчас мы зашли на аккаунт Лимон, который я создавал в честь 1 миллиона подписчиков на своем канале. И я думаю то, что этот аккаунт 100% должен быть везучим. И мы сейчас это, конечно же, проверим. Давай, Кубик, лям подписчиков нам точно должен принести какого-то нового бравлера. Только здесь есть небольшая проблемка. Здесь уже есть легендарка, поэтому шансы на новую легу здесь прям маленькие. Да вообще пофиг, сейчас мы их поднимем. Кубик, я уже готов открывать подарки. Чуваки, да пожалуйста, воспользуйтесь моей тактикой. Нужно призы открывать рандомно. Сёма, нам пофиг на твою тактику. Мы, конечно, ее затестируем, но только когда сами посчитаем нужным. А вот сейчас вообще-то обидно было. Кубик, ну я тебе реально говорю, зря ты мне не доверяешь. Ага, это мы проверим чуточку попозже. Пока что у нас очередь эпического приза, и я готов его открывать. И мне положили снова 222 монеты. Да нафига они мне вообще нужны? Кубик, я сам не знаю, но сейчас у меня подарок точно будет намного круче. Блин. Точно такой же? Ага, Борис, даже количество монет было ровно точно такое же. Нет, у меня вообще-то было на 1 монетку побольше. Перемотай видосик на 15 секунд назад и пересмотри. Борис ведь меня обманывает. Вот именно, ты чё его обманываешь, дебил, блин? Стоп, Кубик! Еще один бравлер! Да почему он выпал именно Сэмэну? Я не понимаю! Кубик, потому что я самый везучий! Окей, давай еще раз проверим твою везучесть. Открывай нового бравлера. Так, желаю здесь какого-нибудь нового легендарного спайка. Давай, чувачок, не подведи! Кубик, может ты это вставлять в монтаж не будешь? Не, Сёма, вырезать я точно ничего не буду, обойдешься. Сейчас мы зашли на аккаунт дедушки Кубика, и здесь снова есть подарочки. Да, только 20 кредитов, это подарочек какой-то очень слабенький. Зато есть еще целая куча призов. О, Кубик, 15 монет, ты же знаешь, что это означает? Походу здесь у нас точно должен появиться новенький бравлер, и мне уже не терпится его получить. Так, окей, Сэмэн, давай попробуем действовать по твоей тактике. Призы будем забирать рандомно, начнем с эпического. Ну, не знаю, хорошо это или плохо. Я думаю, что это купенно. Пока что бравлера не положили, это значит то, что наши шансы на легендарку увеличиваются. Ну, это вообще-то нифига не факт, потому что здесь шансы не показаны. Это же тебе не мегаящики какие-нибудь в Бравл Старсе, а просто обычные призы Стар. Итак, сейчас очередь открыть редкий приз. Были монетки, но это, наверное, тоже хорошо. Кубик, да это вообще опупенно! А теперь выпали еще раз монетки! Так, а теперь я готов открывать мифический приз. Я, конечно, понимаю, это пока что не самое крутое, что есть на этом аккаунте, но надеюсь, что бравлера мне сейчас сюда, конечно же, положат. Вы дебилы, что ли? Ой, Кубик, ты, походу, что-то в тактике сломал. Нужно было сначала легендарку открыть, а потом уже мифического. Сёма, мне кажется, то, что я больше твоим тактикам доверять не буду. Если сейчас не будет никакого бравлера или хотя бы новенького скина, я думаю, то, что по твоей тактике мы открывать больше призы никогда не будем. Кубик, да ты подожди, это же просто первый аккаунт. О, тем более здесь гиперзаряд дропнулся. Хм, ну, гиперзаряд, наверное, все-таки хорошо. Но я немножко в этом не уверен. В смысле? Это еще почему? Да потому что мы не можем даже его элементарно использовать. Нам нужно прокачать кольта до 11 уровня силы. Но походу у нас не хватит очков для того, чтобы его прокачать. Вы серьезно? Я качнул его только на 7 силу. Да уж, как-то слабовато. Опа-на! Новые монетки и новый аккаунт ребенка Кубика. Ну что, готовы его открывать? Борис! Тихо, об этом никому рассказывать нельзя. Это уже второй аккаунт ребенка Кубика. Мне кажется, если он об этом узнает, он будет очень сильно злиться. Поэтому нам нужно действовать максимально аккуратно. Ага, Кубик, и пока ты там аккуратно действуешь, я решил открывать призы по своей тактике. Пока что все идет успешно. Сёма, ты дебил? Не вздумай открывать легендарку. Ладно, давай посмотрим. Кубик, да все нормально, все так и должно быть. Смотри, я открыл, и мне выпал сразу... Еще один бравлер! Еще один мистер Пи! Офигеть, Сёма, твоя тактика что, реально работает, что ли? Да! Я же тебе говорил!
Вообще победно! Теперь открывать подарки будем только по моей тактике! Нифига подобного! Есть еще другие тактики, которые мы еще не затестировали! Вот именно! Но мистер Пи у нас прямо сейчас появился! Я реально в шоке, как это вообще сработало! Кубик, я же тебе говорил с самого начала, а ты, дебил, меня не слушал! А вот за то, что ты обзываешься, я тебя дальше слушать не буду, понял, да? Буду без тебя открывать подарки, и сейчас, пожалуй, открою эпический! Кубик, это же не по очереди! То есть ты что, пользуешься моей тактикой, да? Молодец! Нет, Сёма, это просто совпадение! Мне выпал новенький спрейчик на ворона. Не знаю, хорошо это или плохо. Стоп, у меня что, на этом аккаунте уже есть ворон? Воу, реально что ли? Нифига себе, я даже этого не знал. Только я вот не знаю, хорошо это или плохо. Потому что если здесь уже есть легендарка, значит шансы на новую легу очень маленькие. Кубик, да все равно легендарка из мифического приза выпасть не может. Поэтому мы можем надеяться максимум на какого-нибудь мифика. Ну или на монетки. Да уж. Походу на мифика мы уже понадеялись и сразу же его выбили. А пока что просто идем дальше. О, а на этом аккаунте вообще есть легендарка Амбер. Да что ты радуешься? Это значит, что мы сейчас опять, блин, никого не выбьем. Не, Кубик, вообще-то на прошлом аккаунте был ворон, и нам выпал еще мистер Пи. А, ну да, кстати, логично. То есть это что, получается, на этом аке у нас тоже будет какой-то новый боец? Не знаю, давай проверим. Пока что прокачиваем Джеки. Ну, это, конечно, не то, что бы я хотел. Ну ладно, будем прокачивать ее. Заодно заберем новенький мифический приз. И там уже виднеется легендарка. Фух, хоть бы это был легендарный бравлер. Но пока что только очки силы. Да с какого фига? Почему такие нубовские призы? Наверное, для того, чтобы наши шансы увеличивались. Фух, я готов открывать Легу. Кубик, пожелай мне удачи. Удачи желаю только неудачникам. А тебе выпал снова гиперзаряд! Кубик, это третий гиперзаряд на сегодня! И все гиперзаряды на разных бравлеров! Офигеть! Да уж, такого, конечно, я не ожидал! Следующий аккаунт! Целая куча подарков! Я уже готов их открывать! Фух, мне кажется, что здесь тоже выпадет что-то очень крутое! Давай, конечно, это проверим! Пока что с редкого сразу же выпадают блинги! Это очень хороший знак! Не, Кубик, чего хорошего? Если тебе выпали хорошие призы с самого начала, значит в конце тебе будет выпадать какая-то дичь! Ну, кстати, может и так! Я не знаю, просто этот Brawl Stars вообще нифига непонятный! Вот сейчас, например, нам выпали монетки! Я открою следующий эпический! И мне кажется, то, что здесь... Должен быть, ну хотя бы какой-нибудь эпический бравлер. Вам что, сложно, что ли? Кубик, а почему этот Мортис плачет? Наверное, потому что у нас под видосиком еще очень мало лайков. И еще очень мало бравлеров в сегодняшнем видео. Кубик, предлагаю это исправить. Сейчас мы, конечно, это сделаем. Скорее всего, из эпического подарка нам опять никто не выпадет. Да, положили монетки. Но у нас же есть еще парочка призов. Мифический и легендарный. Сейчас только я сначала иконку заберу. Я вообще не знаю, нафига эта иконка нужна. Я все равно ставить ее на всех аккаунтах своих не буду. Поэтому объясните мне кто-нибудь, пожалуйста, зачем мы ее забираем. Кубик, я сам не знаю. Я бы только легендарные призы открыл, забрал вот эти спрейчики и сразу пошел дальше. В смысле? Так у нас еще вообще-то есть мифический приз. Да какая нафиг разница? Из него все равно выпадет какая-то дичь. Вот чекай. Я открываю подарок, и мне выпадают монетки. И зачем мы потратили свое время? Я не знаю, но у нас здесь есть джекпот! Вау, Кубик, да это же первый джекпот на сегодня! Кстати, я джекпота уже вообще давненько в Brawl Stars не видел. Ага, Борис, у меня точно так же. Напиши в комментариях, когда у тебя был последний джекпот в магазине. Потому что я даже такого не припомню. Мы уже зашли на следующий наш аккаунт. Кубик, я уже до расчета сбился. Блин, я уж тоже не помню, сколько аккаунтов мы сегодня открыли. Это еще несколько аккаунтов мы не записывали, потому что там призы были тоже какие-то нубасовские. Ну а здесь нам выпали блинги. Кубик, мне кажется, то, что сейчас будет точно очень крутое что-то. Давай это проверим. И... Блин, опять монетки. Да ёк-макарёк, я вообще не понимаю, зачем они нам нужны. Окей, давай откроем мифический приз. И надеюсь, то, что здесь хотя бы положат какой-нибудь скин. Что-то давненько мы сегодня скинов в Brawl Stars не видели. А положили только слезки на Сквика. Кубик, он тоже плачет, наверное, потому что лайков все еще мало. Мне кажется, что он ноет, потому что еще бравлеров очень мало.
Кубик, нужно срочно это исправлять! Да Сёма, ты достал! Я-то что могу сделать? Я и так открою абсолютно все призы старт для того, чтобы у нас появились новые бравлеры. Они нифига не выпадают! Да блинский блин, потому что я тебе говорил, нужно открывать по моей тактике! А ты меня не слушал, и все, никого даже выбить не можешь, лошара! Окей, давай на следующем аккаунте воспользуемся твоей тактикой. А пока что выбили новенький эпический пин на Пока. Ура! Эпик! Предлагаю на этом аккаунте использовать немножко другую тактику. Кубик, мы зашли на аккаунт с нуля до леги, а легендарки здесь все еще никакой нету. Окей, и в чем будет твоя тактика? Смотри, здесь тоже есть монетки, это хороший знак. Я готов открывать легендарный приз. Борис, погоди! Нужно было сначала редкий открыть. Зачем ты это сделал? Кубик, это новая тактика. Откроем сначала имбовые призы. И из них точно кто-то выпадет. Например, сейчас будет спрейчик. Борис, он нам нафиг вообще не нужен, этот спрей. Зачем ты пользуешься этой тактикой? Да я тебе говорю, она 100% рабочая. Смотри, мифический подарок, и в нем будет новый скин. Отвечаю. Окей, Борис, только если скина не будет, я тебя прямо сейчас выгоняю с видоса. Откуда ты вообще это знал? Я же тебе говорил! Я просто в шоке. Борис, ты же понимаешь, это просто совпадение. То есть прямо сейчас я мог кикнуть Бориса с видоса? А этого не произошло. Кубик, нужно было раньше об этом сказать. И нужно было сказать, что ты его кикнешь, если легендарки не будет. Окей, кажется, я кое-что придумал. Ой, Кубик, что ты придумал? Что-то мне это уже не нравится. Смотри, мы просто зашли на следующий аккаунт, который называется Мега Ящик. Я даже не помню, почему я его так называл. Но у меня в голове прямо сейчас есть одна гениальная идея. Кубик, говори быстрее, что ты задумал? Мне что-то страшно становится. Сёма, вот как ты думаешь, в легендарном подарке у нас сейчас будет какой-то бравлер? Я думаю, наверное, да или нет, я не знаю. А что? Давай сделаем так. Я прямо сейчас открою легендарный приз. И если там не будет легендарного бравлера, то я тебя просто выгоняю с канала. Кубик, я не хочу так играть. Давай хотя бы какого-нибудь обычного бравлера, пожалуйста. Во, нам иконка выпала. Ты же знаешь, что иконка нам нафиг не нужна. Мы прямо сейчас открываем призы только ради бравлеров. Сёма, походу придется тебя выгнать. Тем более, что подписчики об этом в комментариях уже очень давно просили. Да, выгоняйте этого дебила. Напиши в комментах, если он тебя уже тоже достал. Сёма, что-то мне даже тебя как-то стало немножко жалко. Потому что у меня есть такое предчувствие, что бравлера никакого не будет. Это скин, это не бравлер. Кубик, вообще-то скин тоже хорошо. Давайте, пожалуйста, меня выгонять не будем. Вам что, сложно, что ли? Сейчас все решит этот легендарный приз. А еще решат подписчики в комментариях. Напишите, нужно ли выгонять Себена или нет. Но мне прям не терпится открыть этот подарок. И мне вы попадает! Что? Кубик! Ты меня не выгонишь! Йо-хо! Я просто в шоке, как это работает! Кубик! Это что, получается, мы с Семеном записываем видосики дальше? Походу, да. Но я такого поворота вообще, блин, не ожидал! А прямо сейчас мы зашли на мой аккаунт Авокадыч! И здесь всего лишь 5 бравлеров? Борис, а почему так мало? Кубик! Потому что мы не забрали целую кучу призов в прошлом сезоне! Воу, серьезно что ли? А как бы про них забыли? Это нужно будет обязательно исправить и все подарки забрать. Ну я просто в шоке, почему мы их все еще не получили? А еще мы должны получить какой-то гаджет. Напиши в комментах, какой из них круче, но я все равно выберу вот этот. А зачем ты тогда сказал, чтобы в комментах написали? Да уж, Борис, ты какой-то очень странный. Но давай на твоем аккаунте проверим, будет он везучим или нет. Я думаю, что вообще капец, каким везучим. Здесь пока что всего лишь 5 бравлеров. А это значит? То, что прямо сейчас мы сможем выбить еще одного. Давай, конечно же, это проверим. Сначала, как обычно, немножко увеличим шансы на наших обычных призах. Открыли редкий, дальше откроем сверхредкий. Кубик, дай теперь я открою. Я думаю, что теперь мне можно абсолютно все. Ну, все. Ты так не хвастайся, тебе просто повезло то, что там гром выпал. На самом деле, я сам не понимаю, как это произошло, и я уже сам надеялся то, что мы кикнем тебя с канала. Но как-то не повезло. Ха-ха, Кубик, не, этому точно не бывать.
Я, походу, буду с тобой видосики записывать до конца жизни! Окей, это мы, конечно, еще посмотрим, но я реально прочитаю абсолютно все комментарии, и если там будет много комментов, то, что ты уже всех достал, я тебя выкину, потому что ты уже меня реально тоже задолбал. Кубик, ты что такое говоришь? Ладно, я больше рыпаться вообще не буду. Буду точно таким же жизнерадостным, как этот Эль Примкин. Да уж, он, походу, очень довольный. Только мне непонятно почему. Кубик, я, кажется, знаю, потому что он предвкушает то, что зрители прямо сейчас нажмут на кнопку лайка, на кнопку подписки и на предыдущий видосик, который прямо сейчас здесь появился. Нажимай на это видео, а я нажму на легендарный приз, и мне из него выпадут... монетки?